А что у нас в чате? У нас ничего в чате, в игровом или в каком-то? Ну, посмотри, что там пишет. Андрюха, ты можешь это, тронешься вперед немножко? Ну, аналогичное предложение. Я тронулся уже. В смысле, места мало проехать? Двигаемся, двигаемся. Работаем. Гоу, да, все, поехали. В прошлый раз обосрались, блядь. Да ладно, Андрюха, не туда. Клану Куан проиграть, блядь, не западло, блядь. Вот в таких боях... Нет, дело не в этом, я, блядь, сколько стреляю, 2000 урон, блядь, в борт, не в борт, блядь. Ну, странно, куда блядь, угодно, блядь. На колонну, да не туда, блядь, Андрюха, в обратную же. Вот, то не туда, то туда, Дима. Все, понял, вот сейчас, дай разберусь. Сообрази. Да понял я, тут же шит Коломага, что она ж... Сука, на ручнике. Да слева бросил. Там направо, налево, да и все. Команда. Да я не знаю куда. Мы идем вон туда. А вы куда? Туда же, навстречу вам. О, а чё так торпеды, блядь, у него вихляются странно, когда выходят из торпедных аппаратов? Нет, это такая фишка. В чём её это? Привет. Ни в чём, просто красиво. Вообще, то всех так и выходят торпеды. Чё-то не обращал внимания. Но какое-то там обновление было, вот они эту херню сделали. Нет, передние торпедного аппарата идут нормального, а сзади, блядь, петляют. Ну, короче, так. Мы пока дойдем, блядь, наши сейчас им пиздюлей навалят, нахуй, он Сталинград. Опять тебя да, начали. Да, вон он, Винсент. Ах ты ж, Ган. Нехороший Ганс. Блин, я бы сейчас просто шотнул бы этого Гуденлёва, он взял в остров и въехал. Ну, я 7 рублей с него снял. Дима, это тактика. Хитрые люди. Ай, Саныч, опаньки, близко не подходи. Уже сваливаю, я засветился, блядь. О. Я в шоке, блядь. Меня кто-то светит, блядь. Ой, Сталинград. Да никто тебя не... Ой, никто тебе не светит. Подводная лодка, вы не поверите, блядь. Эх, Саныч, как ты так умудрился? Я умею. Поиграй на эсминцах. Отвернуть. Поиграй на эсминцах, смотрю, блядь. А сколько у Винсента? 20-ка дальность? Нет, больше. 20,5. Лодка, блядь, заебет нахуй. Хрен ты угадал, дружок, блядь. Я из клана Клан, блядь. Да. Утрись. Убирается. Ну ладно. Там курс сейчас развернется как надо. И вот это хорошо. Подлодка сейчас испортит всю, блядь, эту нахуй. Где она? А вон я кинул, блядь. Ну началось, блядь. Ну. Торпеды по правому борту. Торпеды за корбой. Да утрись, блядь, дружок. Да, он отворачивает тебя, конечно. Бортом не ставит. Скажи спасибо. Подводнику своему. Ну, сейчас тут как на сафари будет козлина, блядь. Курфа разминаешь? Ага. Дмитрий. Тут ББшек вот ловлю уже, тут не добавить, не прибавить, блядь. Сука, блядь. Ков перехотел. Ух ты. Ибо нехуй. Да. Ибо нехуй тут-то. Угу. Ой.
Не трать пульки, блядь. Не трать пульки. На других, на маленьких трать. Сначала убивай других, блядь. Других убивай, потом уже клан в конце, блядь. Своих. Ну извини, ты бортом ко мне поворачиваешься, но это прям грех. Не воспользоваться ситуацией. Блять, вот она. Черня, блядь. Идея. Блять, я еще ни разу не выстрелил, нахуй. А зачем тебе стрелять? Я, сука, сам... не вижу даже. А он в другую сторону идет. Я так полез куда-то, блять, куда полез, блять. Непонятно. Вот пока еще не добили, ты вылазишь. Вы хоть в очередь что там становите, блядь. Сука, тут подводная лодка. Не говори. Мать, блядь. Не говори, блядь. Ну, 7000-то я должен добраться с него. Ёбаная тетя. Блять, а тут две подводные лодки в центре, что ли, блядь, это пиздец. Смотри, и Винсент уперся. Ебать, колотить. Блять, кто вот Винсент последний, тот пиздец все, блядь. Кого из клана забанят, блядь. Тому пизда будет. Да кто там, сука, остров там не было, скажи же. Не говори, блин. Ах ты, сука, ебучий. Тебя идет от подводника, Андрюха. Да я вижу, блядь, а чё я тебе, он, бля, поставил ещё эту хуйню. Сука. Я вижу, что, блядь, идет. Ты думаешь, я тут не вижу? Гребаный подводник, сука. Че я лодки-то не вижу ни одной, блядь. Ну вон Сталинград блядь. Перед тобой. При чем здесь это? Я про лодки подводные, блядь, она по мне херач. Сталинград-то я заметил, бля. У меня горит, блядь. Все под контролем здесь. Залетело все. Мы там в жопе, если что. Да давно уже, что, не знал, что. Блядь, ну хватит поджигать уж, пожалуйста. Ты, все, что могу, блядь. Ну, мой фраг, не. Все, что могу. Блядь, доверни чуть-чуть, молодец, вот. Да что, блядь, доверни. Я пока там эту подводную лодку убивал, ты тут херню какую-то кинул. Нет, ну, верни херня, хорошие торпедки, блядь, у нас нахуй. Ну, мы проебим, блядь, в глубоком. Нет, вы ловите торпеды, тут ребята ебашут. Там что, торпеды есть? Да в центре там их как грязи, блядь. Ну чё, Генда, капец тебе, блин. Лови, Саныч. Это нормально. Их Саныч не вернул. Не успел, да. Не так просто в Саныча на Йода попасть. Ну, с 22 километров 2. Да, тут неплохо. Ну, кстати, мы неплохо сыграли. Офигенно, блядь. Ну, если посмотреть на кто с нами был и как они отработали, блядь, мы-то вообще, блядь, красавчики. Куда он пошел? Да хуй. Кто его знает, куда он пошел.
пизду, не попал ни разу. Не-не-не, Андрюха, не туда. Мы тут одни с тобой. Зачем это надо? Я вижу. Но я хотел просто развернуться. Я понял, сейчас. Тоже надо было что-то такое брать, такое поактивнее, блядь. Этих кликорок стояло. Корягу взял. Вермонт и Юшина. Или Юшина. Что там? Йошина. Тоже штука хорошая вообще. Да кто ж спорит? Офигенные ББХи у него, бля. Магадор сейчас наш что-то хочет подлянку замутить, бля. Грозовой, конечно. Ну да, красавчик. Да, Андрюха. А. Ну, ты чего? Я туда вон смотрю, вперед. Сейчас. А, вон он. Вон, красавчик. Ой, я что-то не обратил внимания. Это страшный типчик. Да. Который из них? Братан, ты куда пошел на? Я что ли? Нет. Я вот ворот уже. И так играет клан Квант. Вот это вот анальные встали жопами и убежали. Шумар какой, блядь. Сказал тот, кто, блядь, назад едет. Ну ты хорош. Ага, моды понаставил себе там, да? Я и без модов вижу. О, это было хорошо. Моды понаставил себе. Это было неплохо. Я подыму. А, все, вперед, блядь, конечно. Ну не там я бортом встал, блядь. Ну я себе 11 косарей снял с ночи. Успел, что ли? Да. Ну видишь, а он просто тебе тот добил взял. Вот и весь. Я худею, блядь. Угу. Ну и зачем ты доворачиваешь? И после этого доверяй людям, блядь. Ну видишь, если бы... Сука, спрятался вон там. Чудик. Давай Аннаполиса, блядь, ловим его. Сучангу. Дайте мне этот суперлинкор Мэн, который, пожалуйста. Да. Не так скучно в игре вообще. Проблем. Ужас просто. Какие-нибудь задания там на него, там еще что-нибудь. О, это вкусно было. А ты чё назад-то пялись, дружбан? А ему делать больше нечего. Он тут один остался под фокусом. Да. Один. Жесткий, на. У нас будет, блядь, разведка, блядь, хоть где-нибудь, блядь. Зачем она тебе? Вот просто гори и все. Спасибо. Я тебе буду подогревать. Да, разведки хобот. Сегодня смотрел, блядь, медузку на Канзасе, блядь. На пути к имбе, блядь, на Канзасе. Я думаю, что там, блядь, за имба, нахуй, у Канзаса, блядь. Это, оказывается, Вермонт, блядь, имба, ёпт. Думаю, ну пиздец. Так, мне здесь Ну, чё, блядь, ну что, блядь? Ну кого я здесь вижу, ёпта? Она прям стреляют. Через полчаса только, блядь, будет у меня, блядь. Блядь, по три уже нафиг у нас на половину. Я стоит. Да Ямато списывает нахуй же. Ямато хорош. Ямато точный корефан.
Но он играется с поддержкой. Ой, ну цыпочка будет? Да, нет, у меня ну, цыпку. Поддержка, видишь, какая охуенная нет, поддержка хуяться. Просто, блядь. Ах, не достанешься ты, бля. Вот она поддержка. Бля, конь съел бедолагу. Почему земляка? Бедолагу? Я более-менее еще. Ну ты там один стоял. Ты весь надо, фланг надо держал. Надо было держать фланг, блядь. Сейчас Ушаков придет, вас будет шпиль виндить, нахуй. Че вы? Угу, будет. Вы разминаете таких... булки. Тут уже вот такие. Булки-то давно размяты как раз-таки. Двоих списали. Не понял, а че, мы все, что ли? Наш клан закончился? Нет, еще... Да? Еще двое играют. Понятно. Это Йода, который не смог? Да, у которого не получилось. Чё, нахера полез, блядь? Отвернул. Как ты хотел, блядь. Бывают моменты. Бывает. Главное, что почему у Ямато не получилось, я не понимаю, блядь. Да, потому что он один без света играл здесь. На фланге. Обидно, когда без света. Да, вот обидно, когда Ушаков сливается, лошара, блядь. На таком корабле, блядь. Иди. Заберу. Назад, блядь. Блядь, да что ж такое, нахуй. Наши как осенние листья, блядь. И сегодня мстят, походу. Да, у них с утра с Андрюхой, со Спрутом игра не шла. Пускай хоть на нас. А, ну понятно. Все, после трех нормально все. Хрена себе. Через жопу цепь встал. Ой-ой. Блять, да ноги. А, на одна. Моя. Надо идти. Тут наша ошибка, блядь, конечно. Началось все с меня, а сейчас. А, так мы проигрываем. Нет, вы выиграете. Да. Нет, мы проебываем. Наш топоре. Наши слишком далеко, блядь. Сейчас Юшина заедет на точку. Ну я-то заеду, у меня вот с этой стороны. Да вы сейчас разогнался на форсаже, потому что он, блядь, немножко неправильно играет. Комп там тормозит наш этот. Ну, а у Патри нет барабана никакого, нет. Отлично, торпедки зашли в Юшина. Да их есть. Бля, мы реально проигрываем. Вот сейчас Юшина может нам все испортить, надо бы его забрать, конечно. А, у вас Алик сейчас горит. Да и хер с ним, блядь. Ой-ой-ой, вот это проигрыш, блядь. И зря чем он стрелять начал, блядь. Отлично. Не переживай, Андрей. Не, ну мне просто надо было тормознуть, видишь, 2.40. Мне в два раза обиднее, я тебе хочу сказать. Да я верю. Бля, прикиньте, мы реально проиграли. Тактически выиграли наши эти ребята. Если только Сацума сейчас рискнет передними зубами, но... Там Адриатик, там два эсминца, у нас нет эсминца. Ну вот, да, там три у них эсминца вообще. Да, кстати. И, блин... Пробить все это, ну тем более 40 секунд. Нет, он сейчас заползет, а Анаполис заблокирует. Да нет, Анаполиса сожрут. Думаешь, 25 тысяч? Блин, что он делает, а зачем он поэтому стреляет? Вон Трампы. Ай-яй-яй-яй-яй, интересно, что сейчас будет, блядь. Интересно, очень интересно.
Очень ну, интересно. Ну, блядь, 50 секунд. Капец, Анаполис кому-то, блядь. Капец, Анаполису. Ну там вообще Анаполис точно отвисает. Да. Да надо было Адриатику забирать. Сосуму надо было забирать, блядь. Да. Вот это была бы победа, блядь. А так... Скорее так, всего, я с вами. Будет проигрыш. Бля, вот это у нас бой, Андрюха. Ты вот жаль его пропускаешь. Ну, то теперь. Это не бой. Избиение младенцев. Да. 110 тысяч. Где он свою целкость, блядь, сохранял, этот Сацума? Ну, ну так-то я тоже фуловый. Да ты далеко, ты вообще никого не интересуешь. Ну, шлифа почти должен откисать от Сацумы. Нет. Он сейчас борт ставит трон, блядь, и Адриатика, они сейчас его высосут мгновенно, блядь. Казалось. Ого. Пацаны, что в порту? Да конечно, я говорю. Уже давно, блядь! Я первый. Весь из Ямато, ёпта! А догадайся, кто на Ямато был, блядь. Уже давно, блядь. А мы победили, о, ебать, лошары, блядь. Не, пацаны молодцы, красиво сыграли, тут что не говори, блядь. Да, особенно... да я видел, я согласен. Чингму 29 тысяч на Ямато урона, блядь, это просто супер. Второй, блядь, снизу. А замыкай. Урона хорошо. Сука, ты че гад такой, блядь, а? Ты, кстати, посмотри, бери пример с Тромпа, смотри, как хорошо Тромп сыграл. Нам главное победа, блядь. Конечно, это однозначно, блядь. А вот это вот, мы отдали свои жизни не просто так. Мы... Слева. Первая, вторая, третья линии. Понятно. А мы нет. Первая, вторая, третья, бля. Да. А вы мы где? Мы на разных флангах. Ну, так Дима сразу сказал, где мы. Так, ну, значит, все, тезка. Надо быстро всех убить и пойти догонять их. Ну, Андрюха нам светит, потому что Шерман, Шимка. Ну, хуя он на Андрюху не посветит. Почему? Ну, тебя так же пересвечивает. Ну давай попробуем. Блин, у него с Шимкой засвет там вообще 0-0 и палка вдоль. Это прям вообще несущественно, считай обоюдка. Если будет обоюдка, то я Шимку убил. Если он не разберется она, там с Кремлем, все нормально будет. Да, да, сейчас. А кстати, кто у нас? Лифак? Нет, если Андрюха засветит эсминца, эсминец откиснет. Блин, ты доеда, мы с тобой, и тут любой в порт уедет. Все, бегу, бегу. Поэтому Андрюхе можно не это, а если будет Холланд или даже, не дай бог, кто-нибудь другой. Бля, вот он вообще маньяк, вообще на еду заходить нельзя же. Да. На еду нельзя заходить. Ходил просто. Да. Но... Почему на еду нельзя заходить? Западло, блядь, нихуя, элита флота, блядь. Да, да, понял. Так, Бургунь, хорошо, а где остальные? За островом уже. Да вы играйте просто, пацаны, успокойтесь, блядь. Ну как не, просто. Не обращайте на это внимание. У вас там уже торпеды, я слышу. Нет, ты слышишь мины, которые завелись. А, понятно. Типа перезарядка прошла. Типа да. Он потушился. Бля, смотри, две Монтаны там на твои, да? Хорошо, что были там, бля. Да там ужас, бля. На том фланге. Ну, не элита, конечно, но стараемся. Что за несогласованность вообще движений? У нас? Да. Блять, точка смутила вот это вот. Нет, это не должна смутить. Вон смущать. Тебе, смотри, какая. Вижу. Это... Я вижу. Херота идет. В твоем прям любимом вкусе. Надо Бургунь съесть быстро. Да, 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 да. Он сейчас откиснет. От кого? Он от не нас. Горит. От кого-нибудь откиснет точно. У него сейчас перезарядка ух больше. Ты, а кто это? Невский, падла. Этого чих-пых. Вова.
Ты поджег его? Торпеда зашла, блядь. Нет. Да, два пожара. Все, шикарно. Торпедки в него идут. Уй, там отворачивает, это падла. Смотри. Да ё-моё, да что такое? Он что, потушился? Шлифак там вон нахуй, он. Сейчас. Блядь. Я шлифака вижу, мне интересен этот бургунь. Он потушился, прикинь. Ну сейчас давай мне снесем. Перезарядка, блядь, долгая она. Все ничего, блядь. Есть пожар. Потушился. Я не перекидываю. У тебя торпеда есть? Он за островом. Я понимаю, я хочу скинуть торпеды. Ребята, пожалуйста, не надо так общаться. А то мы будем знать все, что вы будете делать. Да ради бога, сколько угодно. Блять, не ту кнопку нажал. Ебать, Александр, он туда уходит. А там и этот другой. Работаю. Грозовой? Нет, Невский. Ну его зажег, может догорит. А меня гапом светит Невский в меня. Да. Мне надо хакури тоже. Ой, надо разгоняться, тут вон. Это вчера тебе не летит. Кто в меня выстрелил? А утром вообще кто-нибудь играет? Да. Да, много играет. Там в 9 по Москве, блядь, допустим. Это уже глубокий это уже день. Поздно, ты чё? Понятно, что в Новосибирске 3 часа разница. Ну люди в 5 утра встают, играют. Ой-ой-ой, я на шлифака-то зачем так вылез тупо? Кто торпеды-то? У нас, по-моему. Ай, бля. Отлично. Кто вообще? Чё, что происходит, я не понимаю. Бля. Чё, блядь, война, ёпта. Чё, блядь, происходит? Сейчас, Максим, подожди 5 минут. Монтаны думали, они тут сейчас зажмутся, их, блядь, пройдут, но... Ну, на самом деле, всё не так, ребята, блядь. Блядь, шлифак странно как-то. Не догорает, падла. От это чьи торпеды? Хер его знает. Шерман, я не могу шлифака перекинуть. Да, меня кто-то вот светит, она. Не могу это. Сука. Он там за островом так хорошо заныкался, что прям вообще. Заберу сейчас, ну. Сука. Шлифака забрали? Нет. Вот он пошел в меня уже стрелять. О, зато я в него сейчас буду херачить. Пожар. Дима слева. Что-то. Добираю шлифака. Отлично. Давай. Вообще отлично. Так, ты там. Йода. Бежал. Надо потихонечку двигаться в сторону центра. Да. Блин, по чё опять проебываем, я не понимаю. Да пока непонятно, вы все в центре, вы сейчас точку будете захватывать. Сколько, Саныч? Да до хера, блин. Ну не от тебя, вот Монтана добавила. Да, Андрюха, у нас вообще, конечно, там на то, блять. Ну да, вы смотрите вперед. Я сейчас пойду, сука, херово швабик есть. Прям вообще.
Ну, будем пробовать, что-то хоть, может, сделаем. Что там, в домах кто-нибудь есть у нас вот здесь? Нету, нету никого. Точно? Ехать туда, точно. Да, точно, точно. Ехать так туда, там никого нет. Если вдруг не догорит, а, бля, догорел, сука. Как он заебал, конечно. Авик, да, просто вот херачит и херачит. 8 рублей, ни хрена он. Ух, сейчас с Пашей прилетел, вообще будет здорово. Спасибо, спасибо, спасибо. Не надо вот эти комментарии, они меня слегка... Напрягают? Ну, как вам сказать, блять, Мандана там еще. Ебало, блять. Бля, а свет-то кто-нибудь даст? Ну сейчас бегу, бегу. А ты чё, коня видишь, блядь, что ли, Дима? Смотришь, там Шерман. А, всё, заебись, вообще отлично. Блядские, блядь. Блядь. Два пожара. Заебал, а? Неполадки устранены. Блин, камуфляж красивый, сейчас на бок вот это вот коричневое дно смотреть, блядь, переламывание пополам, блядь. Я отъезжаю. Мы здесь в жопе, да? Всей командой, блядь. Бля. Извините. Да, это было красиво. Нет, ты перестоял там. Ну, Авик не давал Андрюхе подсветить. Ну, а, и Андрюх не дает, да. Вот это ты, конечно, мастер. Эх, Андрюха, Андрюха. Хороший был парень. Андрюхи в основном хорошие пацаны, блин. Ну, сука, точку мы не можем захватить, ё-моё, блядь. Что вы говорите? Вот не услышал. Блядь, за мной. О, добирай, красавца, если выживешь сейчас. Чётко, Андрюха. А зачем ты? Ну, сам на ту... Ага. Ну-ка, ну-ка. Да, все, труп. Компара был. Пидорас. Да? Ну я думаю, я только сейчас это вот заметил. Ну они вот сбивают захват. Да. Даже если бы мы захватили, все равно бой бы не закончился. Да это понятно, но было бы проще. Все, капец, блядь. Сука, ебаный часопин, блядь. Зачем ты так въехал-то, блядь, сюда? Давай, надо Санычу добрать, Андрюха. Давай, работай. Там без меня помощников. Он сейчас мобилизуется, блядь, 100%. Возьмите Саныч-то. Да. Рагнар меня доел, ну чё, бывает. Мастер ПВО, неплохо. Угу. Так, а у меня отчаянно есть? Вроде есть. У нас хилки нету ни одной, вот в чем прикол. Да. Ну вот да. Вот плохо. Да тут уже все бессмысленно, что часопик он там. Урон. 32 тысячи, на половинечку он. 32 тысячи, ты как пишешь? Его светит. Ну я не достаю. Да, у тебя сколько, 18, наверное? Да. И самолет через 2 минуты. Кто-то его видит, он поливает. Но он идет за... Да. Ох, это Монтана ему так засадил. Не? А, она там добил.
Да, Монтана, молодец. Красавчик. Ну вот, дредноут героический. 2300. Хорош, хорош. Девяносто пять накидал. Ну неплохо, да. 1108, и мы проиграли, блядь. Че себе? Урона? Да нет, чистого. А, опыта. Вот это как вот называется. Ты видел? Я видел, скриншот есть у Дима. Дима сделал скриншот, я потом это убрал, как он сделал. А ты уверен, что это... Ты вообще как расценил это? Вот лайки эти, дизлайки? Ну, да, как расценить? А как надо, чтобы дождаться, да. Они чтобы пришли и сказали, что это, ну, такое. Так вот, так когда они придут, тогда и вы получите какую-то информацию. Ну, они не придут. Это они не придут. Слились пацанчики. Ну... Когда планки поменяли, да и что оказалось... Что за тема, я не понял. Подожди, подожди, ну, долго объяснять. А вы уверены, что это дизлайки были вам? Может быть, это было макаронавец у дизлайки? Ага, еще то есть макаронавец да, сам что себе поставил мы, дизлайк? Мы, во-первых, ничего не узнаем, пока они... Причину неизвестно, нужно, чтобы они пришли. Во-вторых, он сам под своим постом... Ну, поставил дизлайк. Вот смотрите, два дизлайка, палец вниз, были поставлены одновременно, потом появилась какашка. Может быть, это... Ну, я увидел уже все. А, ну, я-то тоже, но потом-то я посмотрел дату постановки этих дизлайков. Вы уверены, что это не было ответом макароновецам, блядь, на два пальца вниз? Макароновец сначала поставил палец вниз, а потом поставил какашка. По-моему, нет. Бля. А как? Сначала поставил какашка, потом палец вниз? Смотреть, чтобы вот рассудить такие вещи. Есть скриншоты, можно посмотреть. Я как бы воспринял это на то, что на изменение планок и на то, что все три планка у подводников. Сейчас я вот так это. Знаете, чем, как я вот это себе вижу? Борьбой с... Не-не-не. Это ты сказал, что наша задача унизить. И я привел тебе пример в ответ, это что как бы нас тоже унижают. Ты понимаешь, если ты приводишь такой пример, значит у тебя это болит. Конечно, болит, мне неприятно. Да, вот неприятно. Так ты как бы оценивай это с другой точки зрения. А как оценивают, Саныч? Мы старались, брали планки. И тут такая реакция. Ладно, там ошибка. Вопросов-то нет. Вы столько внимания уделяете мелочам, что я просто вот от вас удивляюсь. Вы теряете контроль над реакцией, дорогие мои. Мы уделяем много внимания мелочам. Это ты чего такой вывод? Больше не... Это говорит Саныч, которому только что сказали, что будем его убивать, и он вот такую реплику выдал. Ну, подожди, не надо про меня. Мы с одним вариантом разбираемся. Нет, но это же ты говоришь. Или мы скачем туда-сюда, занимаемся. Зачем? Ты что-то выдумывать начинаешь, Саныч. Причем здесь туда? Хорошо, давайте я прицеплюсь тогда к другому моменту. Давай. Вот как бы в обратную сторону. Почему вы не хотите заниматься оповещением, ну, в смысле, созданием отчетности по МСЭ? Вот ты и ты, вот скажите. А один человек, у которого... Саныч, ты уводишь разговор совсем в другое русло. Есть говорю, человек, который написал. Подожди, мы рассматриваем конкретное морское сражение. Понимаете, друзья, я говорю... Вот, хорошо, это я рад, что тебе это интересно. Да. Но мы рассматриваем конкретную ситуацию. А я про что говорю? А не то, что тебе сейчас интересно. Почему я должен рассматривать с вами вашу ситуацию? Согласитесь, блядь, потому что ты командующий, нихуя ты выдал. Подождите, вы не хотите ситуацию рассматривать командующего и хотите, чтобы я рассматривал вашу? Ну, согласитесь, тоже странно, ребят. Ой, с тобой сложные всегда диалоги получаются. А какие могут быть другие диалоги? Вы пытаетесь кого-то обкакать. Я говорю, что, ребят, ну там, да, какое-то что-то у людей было в голове, блядь. То есть сначала нас обосрали, а потом мы пытаемся кого-то обосрать. А вы, ну, я еще раз тебе отвечаю, ты не допускаешь, что это была просто ошибка. А ты из этого раздуваешь проблему. Ты человеку вообще не даешь права на ошибку, что ли, совершенно? Да как в смысле? Ты пишешь пост, потом мы говорим, что ну это не так, ты ошибаешься. Он говорит, ну ставит смайлик говно. И мы еще в чем-то, блядь, виноваты. То есть мы как-то неправильно его понимаем. Как можно расценить-то это?
Нет, ребят, вы из мухи пытаетесь сделать слона. Это ну, ладно, Саш, тогда это бессмысленный разговор. Я про это не тоже говорю. Вы играете себе на удовольствие, а не пытаетесь кому-то что-то доказать, в частности мне. Мне что-то доказывать вообще совершенно не надо, не имея, как бы двух сторон. Вы как-то объединились вместе и вокруг этого устроили какую-то непонятную, как бы так поделикатнее-то сказать, тусовку. Если вы считаете, что это тот уровень общения, который мы будем общаться, ну, блядь, это вообще ерунда какая-то. Это неправильный подход. Обсуждать кто-то что-то написал. Вы не можете быть выше этого? Или вы не можете, или не получается? Почему вы это обсуждаете? Два вроде как нормальных, умных, адекватных человека. Постарайтесь быть выше. Не получается? Тогда давайте кал мять. Обсуждать, кто там что кому пост поставил. Опустимся, не знаю там куда. Это хотите? Давайте. Я снизаю туда этого. Но я не хочу этим заниматься. Четко пояснил свою позицию. Если вы так готовы... Позиция твоя ясна. Это понятное дело. Но ты не хочешь услышать нашу позицию. Ты стоишь на своей позиции. Я вашу позицию уже услышал. И это не моя позиция. Это не моя позиция. Ну хорошо, тогда объясни мне, пожалуйста. Вот тебе человек говорит, что ситуация неприятна. Ты говоришь, что вы скатываетесь куда-то в малолетство. Кто это человек? Да ладно, все, Дим, заменим для ясности и все. Вообще, человек Андрей говорит, что ты называешь его своими именами. Давайте как на флоте будем доверять капитану. Если это говорит Андрей, ты про ту ситуацию, что вы разжигаете, это глупо, блядь. Я уже пояснил свою позицию. Ну давай тогда, Саныч, пусть в МС участвуют другие с таким отношением. Пожалуйста, мне не очень это хочется. Пожалуйста, не хотите, не участвуйте, это ваше право. У нас наказания за участие в МС нету, ребят. Недавно оно вот существовало. Макса понизили. Ты приди, отметься одним боем, и больше ничего не надо. Нам не нужен уголь. А то так рассуждать... Потому что он написал, я тоже могу всякую Дима, ерунды написать. И нагрубить людям. Нет, потому что сам ты не хочешь играть в мою сторону. Играй, я тебе вот что все дело. Ты не встаешь на мою сторону. Хотя а я почему прав, я должен вставать на свою сторону? Я командующий. У меня все вы как, блядь, ну извини, за хреновый вопрос, дети, блядь. И как-то поделикатнее сказать, блядь, братья, может быть, или что-то еще. Да, но я еще раз тебе говорю, что я в этой ситуации прав. Поэтому ради я Бога. Так и говорю. Ты, если тебе нужна твоя правота, оставайся с ней. Я не хочу опускаться до обсуждения лайков. Я с ней. И без лайков тоже. Если ты считаешь, что ты прав, пожалуйста, Дима, пожалуйста. Я соглашусь с тобой, да, Дима, ты прав. Тебе легче с этого? 50 тысяч, 5 цитадель. Ну нет, Саныч, такие одолжения мне нахрен не упали. А ты что, другого ожидал, что ли? Ты я уже ставить ультиматум, я не буду играть в МС. Я иду на это, не играй, Дима, в МС. Нам не нужна нефть. Договорились. Нам не нужна. Просто в самом начале тебе говорят, есть ошибка. Какая нормально ошибка? Говорят. Ты начинаешь что-то там раздувать. Подождите, почему вы на что меня прикрепились к человеку? Зачем вы на меня сбрасываете негатив? Почему я-то с вами это обсуждаю? Вы вообще... А кто это должен обсуждать, если они если не приходят? Человек допустил ошибку, он имеет право. По какой причине он вам быстро не ответил, он тоже имеет право. Нет, в целом, тебе нормально сказали, так и так, есть ошибка у человека. Да, и что? Ты что-то начинаешь, что ну ошибся, пишите сами. Подождите, я вам не надо передергивать, я изначально что сказал? Давайте дождемся исправления, человек исправил. Потом вам этого мало, вы начинаете докапываться до лайков и дизлайков. Меня вы не хотите слышать, что я предлагаю быть выше лайков и дизлайков. Вы почему-то скатываетесь, как бы так поделикатнее сказать, чтобы вы не сильно обиделись, в какие-то бульварные обсуждения чего-либо. Есть другое слово, симметричное этому, не бульварное, другое. Вы скатываетесь в это, зачем вам это надо, не можете быть выше? Ребят, вы чё?
Дима, у меня проблема. В смысле? Саныч. Да не Саныч, а его торпеды. Иду. Всего лишь 4 штуки. 2, 4, 6 торпед у тебя. Весь бой фуловым проплавал, нет же. Приезд их мистер командующий. Блять. Ты отвлекся просто на эту дискуссию беспричинную и глупую совершенно. Но это для тебя она беспричина, и для тебя она глупая. Ребят, еще раз тебе завязывайте. Говорю. Вот не смешно даже. Вот постали еще раз. А говорю. никто и не шутит. Я тебе то же самое могу сказать, что и ты бы завязывал. Ну хорошо. Все замолкаем дружно. Гляндуку подберешь? Одну. Ну вот, которая перед тобой. Да. Давайте расскажите, что там за тема, а то я читаю в чате, нихуя не понимаю. Макарон, началось все с того, что макарон-овец ошибся в этом. Кто это? Это парень, который занимается... составлением отчетности. Так. Он ошибся в том, что Диму просто пропустил, я так думаю. Не только Дим, там Тинитун, я и Тинитун и остальные и были. Тебя просто почему-то не заметили и сказали, что ты. Не было Саныч никого. Не было никого. Ни меня, ни Тинитуна. Вы что, прикалываетесь, что ли? Нет, никто не прикалывает. Это ты прикалываешься, Саныч. Это вас так задело, что ли? Подождите, был Тинитун, он был на третьем месте. Это речь шла по планке. И по планкам он у нас взял место непонятно. Я про что говорю, я про планки и говорю. Тинитун был на третьем месте. Он был по количеству звезд. Планки все были неправильные. Ёбаная тетя, как здесь все, блядь, запущено. И я про то же. Так, ну мы победили. Давайте, боёк, то я пойду. Да ты вроде давно уже уйти хотел. Или ты с победным хочешь уйти? Не, как получится, вот это точно будет последним пойдем. Ладно, я с победным хочу уйти, могу? Да как хочешь. Ну всё тогда, спасибо.